я рада приветствовать всех на нашем канале. Сегодня я буду заниматься пересадкой орхидей. Есть у меня 4 орхидеи, которые просто нуждаются очень в пересадочке. Орхидейка Golden Beauty. У нее корешки прям торчат сверху. В таких случаях корешки нужно прятать. И вот у меня еще одна орхидея, тоже корешочки вот пошли кверху. Вот, и я сегодня их буду пересаживать. Для пересадочки я использую обычные пластиковые бутылки. Большие по размеру. Я делю их, разрезаю наполовину и делаю много дырочек. Много отверстий сзади с помощью паяльника. Можно также сделать с помощью раскаленного гвоздя. Вот таким образом я делаю дырочки. Вот так должно получиться. Много-много отверстий снизу, только снизу. С боков я ничего не делаю, внизу только. И дальше я буду пересаживать орхидейку. Для пересадки я использую обычную сосновую кору, которую собираю в лесу сама. Потом дроблю и кипчу ее 10 минут. И во влажную кору я уже сажу свои орхидеи. Эта орхидея у меня 2 года назад была пересажена. И посмотрите, как вот корешки пошли наружу. Они наружу висят. Мне нужно их спрятать. Для этого мне нужно орхидею свою достать. Достать с горшочком. И в эту мисочку я достаю свою орхидейку. Мне нужно ее достать. Я ее достала. Посмотрите, какая огромная корневая система. Как она разрослась в большом горшочке. Супер. Вообще все идеально, все супер. Чуть-чуть вот наверху есть сухой корешочек, я его просто обрежу. Смотрите, как идеально все. Просто супер. В этой орхидейке у меня стакана не было, но вообще я стакана не удаляю. Я всегда стаканчики оставляю, в ней просто его не было. Сейчас я обрежу вот этот сухой корешочек с помощью ножничек. Я обрежу. Совсем сухие вот эти верхние. Вот, посмотрите, сухой. Полностью сухой. Остальное я ничего не буду трогать. Только сухие корешочки, которые сверху, из-за того, что они были наверху, не высохли. Я обрежу только сверху сухое. И все. Больше ничего я обрезать не буду. Только сухие верхние корешочки. Я вам сейчас покажу, что я обрезала. Сухих совсем мало. И это естественный процесс орхидейки отсушивать. Вот такие сухие корешочки я удаляю, совсем сухие. А живые корешки я не трогаю. Вот еще сухой один. То есть вы видите, какая классная корневая система в больших горшочках. Сухое я уберу. Орхидейка классная. Посмотрите, какая супер. Дальше что я делаю? Значит, кору ее я высыпала в таз, в тазик с новой корой. Теперь в эту же кору. В эту же кору я ее не выбрасываю. Я орхидейку свою ставлю. Горшочки, корешочки вот эти вот, которые наверху, я опускаю вниз. Опускаю, чтобы они были в горшочке. И дальше уже засыпаю
корой, в которой росла орхидея, и досыпаю уже сверху, буду досыпать свою кору. Но сначала именно ту кору, в которой росла орхидея. Я ее забрасываю обратно в горшочек. Я ее не выкидываю. Нет, перемешана с золой, в которой росла орхидейка. Добавляю золу. И я ее засыпаю полностью. Эту кору, в которой она росла. При таком способе орхидеи не страдают. Она хорошо адаптируется, так как она растет в своей же коре. И немножко я подсыпаю новой. Я всегда так делаю. И моим орхидеям это очень-очень нравится. Я просто прячу ее корешочки вниз. Брала сухие, их было совсем-совсем немножко. Эта орхидейка называется у меня Golden Beauty. Все стороны так вот присыпаю. После того, как орхидейку я пересадила, я под листики ложу такие подушечки. Как их делать? У меня есть в плейлисте по уходу за орхидеями. Я ложу подушечки под листики для упругости, чтобы листики не касались коры. Дальше я ставлю горшочек, значит, горшочек на донышке керамзит. Я ее ставлю. И вот так у меня орхидейка будет стоять. Я ее опрыскаю еще сверху, сейчас листики. Лишнюю влагу я уберу салфеточкой. Все, орхидейка эта пересажена. Дальше. Следующая моя орхидейка называется Golden. Это орхидея желтого цвета. 3 года назад я ее пересадила. И сейчас я хочу тоже ее пересадить и посмотреть, что у нее находится, как она чувствует себя вообще внутри, что с корешками. Хочу ее достать и посмотреть. Подождаю, подушечки убираю. И теперь мне надо ее достать из ее горшочка. Еле достала, пришлось даже немножко намочить. Смотрите, какая огромная корневая система, очень большая, очень у меня разрослась. Супер, все классно, ничего не буду удалять, сверху только вот пару сухих корешочков и все. Так, посмотрите, какая прелесть, она просто намоченная из-за того, что не могла достать с горшочка. Смотрите, какая большущая. Все, просто ее перекладываю в другой горшочек. Повыше уже. Вкладываю корешочки ее. И просто засыпаю корой. Сухие верхние, которые сверху, вот то, что я оборвала. И засыпаю ее корой. Ее же корой я засыпаю.
Так, все, засыпала корой. Дальше ложу подушечки для упругости листиков. Опрыскиваю растения водичкой. Лишнюю влагу убираю салфеточкой со серединочки. Все, орхидеечка пересажена. Ставлю в горшочек с керамзитом. Донышки керамзит. И ставлю. Следующая орхидейка. Такая вот большая, крупная. Ее нужно углубить. Корешки тоже наверху. Я ее буду углублять, поэтому она тоже требует пересадочки. Сейчас я выму ее с горшочка. Огромная корневая система. Вообще тут все супер, все идеально. Я просто ее ложу на горшочек. Горшочек ложу. Горшочек взять повыше мне. Я возьму повыше горшочек и ее хорошо-хорошо углублю. Вот так будет это все выглядеть. И теперь я ее засыплю корой. Под листики ложу подушечки для упругости, чтобы она не ложилась на кору листики. И вот орхидейка у меня пересажена. Я ее углубила. Теперь она будет чувствовать себя хорошо. И ставлю в горшочек уже с керамзитом. Вот так она у меня будет теперь расти. Тут все хорошо. Единственное, что сухой корешочек, я его отрежу. Вот такой вот сухой. Я обрезала. Все, остальное все хорошо. Я в тот же горшочек ее ложу и просто немножечко ее углублю. Углублю кверху, чтобы все корешочки были внизу. И засыплю корой. Еще я ее хочу поровнять, так как она у меня росла криво. Я ее вот так вот поровняю и уже потом буду засыпать корой. И все корешки опускаю вниз и засыпаю корой. Орхидейку пересадила, опрыскиваю хорошо листво. И ставлю в горшочек
керамзитом. Я сделала пересадочку 4 своих орхидеек. Спрятала корешки, чтобы корешочки находились внутри, чтобы они чувствовали себя очень-очень хорошо. Я вам желаю крепкого здоровья, вам, вашим близким, а также я желаю здоровья вашим цветочкам. Пусть все будут здоровы, пусть будет все классно, все будет супер. На этом все. Всем пока. Увидимся в следующем ролике.